Здравствуйте. Циклоническая ложбина с атмосферными фронтами к вечеру покинула Латвию. И ночью погода определит область повышенного давления, благодаря которой облака разошлись, осадков не ожидается. Однако во второй половине ночи облачность вновь станет больше, и на западе пройдет небольшой дождь. К нам подойдет очередная зона осадков. Минимальная температура воздуха от плюс 4 градусов в Курземе до минус 1 градуса в Латгалии. Днем влияние атмосферного фронта станет еще более существенным. Небо будет затянуто облаками, и временами ожидаются умеренные осадки. А на севере Видземы возможен и мокрый снег. Максимальная температура воздуха от плюс 4 градусов в Видземе до плюс 8 градусов в центральных регионах. На остальной территории плюс 5, плюс 7 градусов. В Риге этой ночью облака будут становиться все плотнее, но без существенных осадков. Столбик термометра опустится до 0 градусов. Днем в столице пасмурно и дождь, воздух прогреется до плюс 8. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Хорошего вам вечера и смотрите погоду на ЛТВ.